И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Love. Все так же на Lost Island, и сегодня мы идем за последним артефактом. Артефактом силы. Я запомнил просто, что он последний, он синенький, артефакт силы, он синенький. А про Скайлорда, кстати, реально, я даже картинку даже не вспомнил, когда я пытался за ним бежать. То есть прям вообще. Ну, блин. А что поделаешь? Так, Фенрира я разгрузил. Так что что? Правильно. Возгружаемся на совушку. И погнали. Лететь здесь, по идее, недалеко. Координаты 29,5 на 54,74. Так. А, ну по сути, по прямой. 54,74, ну да. Я бы даже так сказал, очень даже по прямой. И там уже будет пещерка. Ой, у меня с артефактом силы вообще ассоциация такая, что в какой же пещере было? Если я не ошибаюсь, на Рагнарёке, когда еще не меняли эти пещеры, на Рагнарёке артефакт силы был в маленьком таком аппендиксе, где ты просто тупо заходишь вовнутрь и лутаешь артефакт. Там такая пещерка. Ну как пещерка? Маленький коридорчик. Так, где? А, летим дальше. Маленький коридорчик и... Ой, не 29,54, а 28,4 на 54. Это я посмотрел артефакт. Где? А вход-то в другом месте. А вот. И там такой маленький коридорчик и... И много статуй обезьян. Вот прям реально там много статуи обезьян, маленький коридорчик, и вот в этом коридорчике, короче, этот артефакт находится. И только смотрю на него, думаю, чё? Я тогда еще сильно не заморачивался по поиску всяких артефактов и так далее, потому что это... А, мне наоборот, на минус идет. Я на боссов-то не сильно, но на серверах я на боссов сильно-то не заморачивался ходить. Почему? Да мне пофигу, как бы мне и так контента достаточно. Вот, поэтому зачем мне еще на боссов ходить? Что такое? И седло. Ненужное, блин. А, да, по идее, в синем оно и не должно быть, седло Рекса, но... Вдруг игра багнулась, и мне такое... Ох, на тебе седло Рекса. Мечты. Вон там. 54. На 28,4. Так, вот 28,4 на 54. Где-то вот здесь. Так, хорош, взлетай. Ой! Там что-то где-то было сказано про водопад, что ли? Да здорово. Behind the waterfall. О, вот он ты. Значит, правильно. Координаты правильно. Получается, у нас только что, две пещеры не с правильными координатами. Хотя, по идее, на Википедии, типа, Википедия должно быть правильны все координаты, но... О, Фенрир за 300. Пдумц. Да. Ну, кстати, не сильно ты уж под водопадом, просто около. Погнали! Прогрузить? А что так темно? Ага! Это было смешно. Да. В общем, эту пещеру мне советовали сходить за черным жемчугом. Если не ошибаюсь, в эту пещеру, вроде в пещеру сил говорили, что чем черный жемчуг есть. Но он сам последний, да и черный жемчуг я нашел. Так что и так хорошо. Что-то смотрю, уже так развилок много. Так. Погоди. Да хорош, нифига себе, здесь ФПС.
А что-то прогружается здесь такое. Так, здесь ничего нет. Отлично. Я теперь знаю, что здесь ничего нету. Это самое главное. На входе нету ничего, нищи вообще там ничего. Так. Проход туда, проход сюда. Три прохода. Так, ну эти два прохода, они соединены, по идее, да? Ё-моё, там опять развилка. Ну-ка. Да, вот они кристаллы, вот он там. Змейка. Все отлично. Тусуем в другой проход. Почему? Потому что он один одинёшник. И будем отталкиваться от него. Ё-просто. Ну, кстати, я заметил, чуть ли не в каждой пещере вот такой спуск есть. Типа так, хоп, и закуток. Типа так и напрашивают, чтобы там этот дроп стоял. Ну, допустим. Да, пошли все в задницу! Красиво же. Ну, красиво же. Так, вырубай свои шипы. Отлично. О, о, вот он, черный жемчуг. Так. Долбные пауки. Выносливость они восстанавливаются. Пока этот баф висит яда. Так. Интересно, что там? Ну, жемчуг я соберу. Ох, соберу сейчас жемчуг. Ох, и соберу я жемчуг. Ну, запускай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Может, так собирается намного все быстрее. Нормально. Тыша, это хорошо. Выкидываем сразу же лишнее, чтобы по количеству у меня не занимался инвентарь. Выкидываю потом просто сразу долго. А раз уж залез в инвентарь, почему бы и не выкинуть? Так, интересно. Да вы серьезно, вы задрали своими развилками? Не, красава. Ё-моё, тут развилка на развилке, развилкой погоняема. А там вообще падаешь вниз. Ёб твою ж за ногу. Ёб твою ж за ногу. Не, ну после этой пещеры, я думаю, меня бы потом бы те пещеры сильно так не удивляли бы. Вот честно. Я вот сейчас смотрю, сколько здесь вот это всего. И честно, я... Это та змея, которая... То есть я, получается, вот так сделал проход туда-сюда, и вот она, та самая змея, и вот он спуск. Ё-моё, прикольно. Я просто только по этим кристаллам-то и понял, что я туда же вернулся. Так. Что я тебя и не заметил. О, драпешник. Че в драпешнике? Блин, не заметил. Заметил, что БП, но какой не заметил. Кожные перчатки и лук. Обалденный желтый драпешник. На золото. Да уж. Без шуток, это лучше будет бронька, чем... Проехали. Кстати, а волокно-то у меня есть вообще? Волокна нету. Хотя вот я смотрю, создал-то я перчатки, это красава. Только сопротивление же жарит, у меня сейчас еще в хлам уйдет, потому что у меня... вот эти штаны. У меня шерстяные. Ай-яй-яй-яй-яй.
Мне же просто, если так надеваю, мне становится сразу автоматом жарко. Не, не стало жарко, это хорошо. Так. А чё у меня по броне? 454. 390. Ну да, это лучше все равно. Ну ладно, погнали. Так, погоди-ка. Погнали. Я здесь что видел? Так. Хо-хо. А, это прикольно. Так, к вам я еще приду. Здесь просто, можно так сказать, короткий ход, если не хочешь это... То есть, ну, до дропа, топай уже, взлетай. О, красава. До дропа не хочешь обходить через мобов, то через эту пещерку пролетаешь, и все супер. Неплохо. Ну, а так это вот то же самое место. Так, здесь мы нашли и поняли, что у нас. Так, а что здесь? Допустим, наверх потом. Так, хорошо, что наверх потом решил сходить, потому что здесь у нас тупичок. Отлично. Здесь тоже тупичок. Угу. А это получается, да, то самое место, откуда мы начинаем. Все. Эти два входа закольцованы как раз таки. Я думал, вот эти два будут закольцованы, а нет, оказались те два. Идем дальше. Добрый вечер, это ж начало. Я думаю, что-то какое-то знакомое. Так, закольцован у нас вон то. И вон то. Также здесь что-то есть из закольцованного. Из закольцованного здесь, по ходу дела, абсолютно все. Хм. А куда мы должны идти? Неужто вниз спускаться? Потому что весь верх я уже обошел. По ходу дела вниз спускаться. Вниз спускаться, ну, это, соответственно, потом как-то Диноса нужно оттуда доставать. То есть, либо кряпот, либо моды на телепорт. Ну, то есть, здесь больше никакого подъема нету. Я его не вижу, по крайней мере. Ладно. Без проблем, пока что спускаемся вот так. Давай посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Здесь у нас нету ничего, вроде как. Ну что, погнали. Я сказал, я к вам приду. Слишком далеко падать. Опа-на. Так, вот так, вот так. Не порзей! А помогать? А спасибо. Вот она и аберрантная пещера пошла. Фу. Отлично. Не, ну аберрантную пещеру я здесь точно не ожидал увидеть, если честно. Прям вообще. Прикольно. Тут бы есть еще и даже притомить можно, да? Теоретически. О! Я и сюда могу пройти. Запомним два прохода. Опустошитель сдох там, скотина. Напали они на меня, уроды. Так, давай посмотрим здесь. Здесь какой-то подъем наверх. Такое ощущение, как будто бы это. Я там сейчас выберусь туда. И это надо сразу проверить. Потому что мы прям высоко поднимаемся. Так. Кристаллы. Слушай, этих кристаллов не помню. Оба-на. Это вот здесь я поднимался наверх.
О, нет, я вот сюда вообще не заходил. Там спуск вниз. Ёб твою ж за ногу. Да ты серьезно? То есть я забыл вот сюда повернуть. Ах, ты ж, блин, могу. Я забыл сюда повернуть, и из-за этого мне пришлось прыгать. Ну ладно. Маленький типа экшон получился. Неожиданно, я бы даже так сказал. Блин. О, глаз что-то как будто попало. Так, окей. Здорово. Ёпт, вы же за ногу, а? Фенрир! Спасай! Сраные рексы. Ой, рексы. Рапторы. Сраные. Они сидел-то выбивают. Кстати, это... Надо вот это убрать. А ты можешь по Фенриру случайно пальнуть. Вниз спуск. Ну, я так думаю, мы сейчас вернемся, придем туда, где спуск за водопадом будет. Да здорово уже, подожди ты, не до тебя. Ой. Здесь круголек. А там наверх. Икс. Ой-ой. Ой-ой. Так. Так. Я вообще я уже запутался. И, кстати, вот этот проход я точно не видел. Так сказать, слишком много махача было вокруг, я этого и не заметил. Ну, в смысле, когда я спрыгнул. Е-мое. Так, погоди. О-хо-хо-хо-хо-хо. Реально, после этого пещеры меня потом бы мало чего бы удивлял. Удивило бы. О! Здорово! Артефакт как-то нашелся. Е-мое, ходишь вот так кругами, ходишь, так... О! Артефакт! А ты вообще пытался выход найти, да? Оба-на! Вот так! Так, 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 тихо, 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 тихо! Разошлись, разошлись! Мать вашу! Не прыгаем! Слышь, я тебе сейчас прыгну, сказал, не прыгаем. Не слышу, что тебе говорят. Ё-моё! Махач! Погнали. Давай! Видел там очень много этих. Черного жемчуга. Вот это, по-моему, здесь я уже был. Или очень похоже аппендикс, выносливость. Да, здесь я был. Так, погнали, короче, за водопад сгоняем. Мне теперь уже интересно, что здесь за водопадом. А учитывая, что я мобов не вижу, походу, я там только что был. Да-да-да-да-да, это вот я... Вот отсюда я зашел и... Да, значит, я правильно понял, какие там мобы тащили. Жемчуга, много жемчуга.
Много жемчуга не бывает. Кстати, жаль, конечно, что нельзя, допустим, черный жемчуг использовать для электроники. Ну, как бы теоретически это другая совсем структура, так что чему тут удивляться? Но, блин, то, что он под водой, и его буром из-за этого собрать нельзя, это, конечно, подстава. Но! Кто ж меня остановит? Эйк! Ну вот устроил же себе заморочку. Да, руками будет быстрее. Так. Погоди. А, это вот здесь что я лутал. Жемчуг. О, дропик. Барионикс и манты. Тоже как бы ни о чем. А я тут чем не был? Естественно, был. Это вообще самое начало. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Так. Прям в лабиринтище конкретно. Не, здесь очень много развилок. Прям сильно много развилок. И артефакты, по сути, недалеко. Вот он. О, опустошители. Так это там спуск вниз, что ли, где? Ну-ка, погоди, погоди, погоди. Считай, что я еще не пришел. Ах ты, блин, не получится, да? Ну ладно, не получится считать, так не получится. Так, 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 так. Ой. Ой. Ну вот тут прям мой топографический кретинизм меня что-то подводит. Ну, в смысле, наоборот, он не подводит, он прям показывает, ты что, дебил? Мы же с тобой вообще вот на это не договаривались. И... Ага, все правильно. Я лучиков сейчас специально не убиваю, чтобы они хоть каким-то индикатором служили. Ой-ой-ой. Да, вот он, первый лучик. И вот он, водопад. Где мы падаем сверху. Точнее, я упал сверху, можно было обойти. Здесь мы сюда проходили. Ох уж эти насекомые. И что-то такое ощущение, что я сейчас опять кругаля сделаю. Вернусь на то же самое место, где уже был. Да. Да, еще раз да. Так, вот они, два лучика. Выносливость. Погнали. Слева слышал звук. А, нет, наверное, кропик. Синемакропик. Так. Назад. Да, вылази! Желтые кристаллы. Наверх. Там ничего. А вот здесь что, проход. И проход этот, хоп-хоп, должен вывести к...
артефакт. Тут думал я. Не стрели в пещере, задохнешься. Вот опустошители. Отлично. Тяжелая пещера. В плане того, что поиск где, как, куда и зачем. Прям очень сильно все запутано. Такс. Ну, артефакт можно залутать только прыгая с пещеры, либо имея кропика. Отлично. А теперь мне интересно, что у нас здесь за проход. Так, погоди. Стой здесь. Ага. Ага, не, нифига не ага. Ёперный театр. А, это вот мы, получается, прыгаем сюда. Здесь это туда проход. Ой-вей. А здесь у меня должен Фенрир быть. Да. Не, прям очень тяжело будет ориентироваться. Прям очень тяжело. Не, а два раза, как говорится, сбегаешь, уже запомнишь, где, что, как. И все. Потому что, к примеру, если вот здесь подняться наверх, это мы выходим к водопаду, на котором спускаемся вниз. Ну, я, в смысле, спустился вниз, хотя можно было обойти, но вы поняли, что за водопад. Йоу. Прикольно. Но, в целом, когда знаешь, куда бежать, проходится очень быстро. То есть, за водопадом спуск вниз, выпираешься в стенку направо, и дальше уже видишь артефакт. Как бы то ни было, да, но очень много развилок, особенно первый раз, когда горцуешь здесь, прям... Неплохо. Такие вот, народ, дела. По идее, по сезону все, кроме босса. Если что-то еще осталось, можете написать в комментариях. Вот. Ну, а мне что осталось? А мне осталось найти седло на Рекса. И сам босс. То есть подготовка и босс. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.